Всем привет, ребята, вы на канале Санишка Играем Вместе, и сегодня мы с вами продолжаем играть в симулятор пчеловода. Вот только что у нас заспавнился цыпленок Мондочик. Давайте, раз он так заспавнился, мы его сейчас побьем, победим. Вот, а вы, пока я его побеждаю, подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, лайк, чтобы ничего не пропустить. А в этом видео, ребята, я прокачаю последнюю мою пчелу до 15 уровня. И у меня будет улей из пчел 15 уровня. Из всех пчел, которые имеют 15 уровень. Раньше это было ограничение. То есть раньше больше чем 15 уровень у пчел нельзя было сделать. Но потом много игроков уже стали раскачивать свои ульи. И сейчас максимальный уровень это 20. Ну, чтобы, ребята, сделать полный улей из пчел 20 уровня, это нужно, насколько я слышал, где-то порядка 600 триллионов меда. И тогда у вас все пчелы прокачаются до этого уровня. То есть вы купите печенье и можете прокачать пчел. Но 600 триллионов меда, ребята, это настолько большая сумма, потому что я за всю игру, за все время, которое я играл, нафармил только меда на 1,6 где-то триллиона. Вот и представьте, а чтобы все прокачать, нужно 600 триллионов. То есть это просто, конечно, нереально. Ну а до 15 уровня, в принципе, конечно, ну, не так просто, но возможно. Так, ну что, у меня убивается этот цыпленок не сильно быстро, потому что у меня нет красного шлема, который добавляет атаки моим пчелкам. У меня есть гамми-маска, гамми-шлем, который... А, ну вот, видите, пока я вам рассказывал. Выпали у меня всякие плюшки с него, новые токены и еще прочие штучки. Давайте их соберем и потом пойдем кормить нашу последнюю пчелу. Смотреть на эту красоту, которая будет 15 уровня. Ну, для того, чтобы 49-ю пчелу получить, мне нужно, насколько я понимаю, 600 миллиардов меда. А на последнюю 50-ю где-то, по-моему, 1,2 триллиона меда, ну что-то такое. То есть на последнюю пчелу я должен потратить столько, сколько я вообще в этой игре насобирал за все время. Так, ну ладно, ребята, давайте слетаем. Посмотрим улей. Также еще хочу вам рассказать секрет, как лично мне удобно ставить улей вот здесь. Не здесь, не здесь, не здесь, не здесь и не вот здесь. А почему? Потому что улей здесь рядышком с пушкой. Вы можете отдать мед, отдать пыльцу, сделать конвертацию, да, пыльцы в мед на вашем улье. Вот таким образом. Потом вы можете сразу на пушку побежать и сразу полететь куда вы хотите. И также обратно прилететь вы можете опять сдать ваш мед, сдать пыльцу и потом обратно улететь куда угодно. А с этой стороны, если вам бежать, это вам нужно будет бежать
до этой пушки достаточно далеко. Поэтому я вам советую ставить улей вот здесь, вот в этом месте. Ну, конечно же, если он будет свободен. Если этот слот будет свободен. Так, ну давайте. Я заговорился. Вот как вы видите, почти все пчелки 15-го улья остается. Вот она, последняя пчела. Увеличим ее уровень. Все, ребята, посмотрите. Давайте еще раз проверим все. Посчитаем всех, перепроверим. Может быть, вы найдете какую-то пчелу 14 уровня. Тогда напишите у Санишки в Инстаграме. Потому что в детском Ютьюбе комментарии они не разрешаются. То есть их нет. Все, ну, ребята, как я вижу, что все 15-го. Давайте посмотрим. С этой стороны. С этой, видите, как красиво переливается, все они одаренные. То есть улей полностью из одаренных пчел 15 уровня. Ну что еще? Остается 6 дней до конца ивента, а у меня остается последний квест, который я еще не сделал. Праздничный. Праздничные квесты, видите, они в такой красной рамке, в отличие от этих вот зелененьких. Также можно мне сдать еще квест для черного медведя. Тут какой-то он такой простой квест. Вот, я его сдаю. А для медовой пчелы мне нужно выполнить, вот еще собрать медовые токены и собрать медовые токены, которые выпадают из медовой маски или из вот такой гамми маски. Ну что ж, ребята, вам, если понравилось это видео, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, и всем пока.